Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Лениво Дмитрий. Мы продолжаем наше плавание в мире боевых кораблей. И первым делом меняем порт. Касатка ежедневная. Марафон, премиумный крейсер, нах. Хутор бабочек ловить его нужен. Да это что? Испытания какие-то, боевые задачи, открыть огонь, корабли пятого, пойдите в цитадель, 10 раз, победу, работайте 5 звезд, не, я не настолько крут, чтобы это выполнять, так что хрен с ним. Так, вчера у нас что было? У нас было Кавачи, у нас была Британия, у нас была Франция. Франция так со вчерашнего дня и осталась неотомщенной. Так что надо это, победить разок. Хотя бы, хоть один бой у Франции был весьма и весьма хорош. Хоть и проигрышный, но черт возьми хороший. Сегодня начинаем опять с Франции. А то она у нас самая, как говорится, ущербная получается. У всех третий уровень минимум, а у этой до сих пор второй. Это не есть правильно. Так что, давайте. Так, секундочку. Очки. Одно. А, стол. Так тут нифига себе. Вот это да. Вот это раз. Смена типа снаряда, если заряжены все орудия. Ну, штука полезная. Минус 30%. Но это уже не надо. Так, атака или стойкость? Это что? Это самолет. Это может потом еще там что-нибудь. Смену типа снаряда. Надо ли оно нам? Да я бы не сказал. А вот это, в принципе, штука нужная. Да. Так что все. Поплыли. Всякие ежедневные задания и так далее, которые тут были, вон там написано, ежедневные испытания, бла-бла-бла, не называется, ребят, идите в пень. Я не поклонник всяких этих заданий с ограниченным, со сроком времени с ограниченным сроком времени. Так, а где все? Чё такое? 7 крейсеров, 7 эсмин, ни хрена себе расклад. А куда линкоры все делись? Авианосцы чё, потонули? Сказать, блин, вот, кстати, знаете, вот было бы очень здорово, если перед боем тебе бы говорили, что, чувак, слушай, ты знаешь, тут линкоров нехватка. Может, ты на линкоре выплывешь? Ты такой, ну ок, ладно, почему бы и нет. Опа. Э, а куда делись? Только что было больше. Народ прям воюет и воюет. Было 7, стало 3. Плохо. Не хотят ждать, сволочи. Ну хорош, вы чё там? Зачем так делать-то? Беда. Что-то никто играть не хочет. Время-то. Время-то не сказать, что уж совсем раннее. Игроков в вашем диапазоне. Блин, 15 человек из 117. Это что означает? В смысле, остальные заняты все, что ли? Ну, 15 человек более чем достаточно. Он по 7 в группу и все, и в атаку. Правда, 6,9. Ну, еще лучше, 7,9. Один утонул. Ну, еще один эсминец, и нормуль будет. Вот, все. Все, все, давайте, запускай. Ты японский бог, ну только что все нормально было, а. Беда. Что-то, похоже, не дадут мне за Францию отыграться. Ладно, подождем. Thank you.
Так, ладно, Вива Ля Франс отменяется. Я все понимаю, но этого я не понимаю, так что хер-то с ними. Извините, господа французы. Давайте на куме поплаваем. Так, я уже забыл. Кума-кума. Оп! Попа! Вот тебе раз. У нас... Кума у нас, оказывается, не апнута. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, двинули. Надеюсь, на четвертом уровне. О, носится линкор, и все, все сразу нашли. Да, беда с французом. Беда какая-то с французами. Я, ну, в случае чего, в конце концов, на доп. Опыт куплю просто этот третий уровень. Не буду заморачиваться. Уж потрачусь. Ё-моё. Так, а я где? Так, что тут у тебя? Торпедные аппараты, хреново туча. Ну, давай, давай, подружайся. Так, 12,8, 12,8, 7 километров. В топку, никаких торпедных аппаратов. Бой начинается. Желаю всем удачи. Пойду-ка я на правый, так сказать, борт. Есть. Да, на правый борт, на правый курс. Давайте как хотите. Всем удачи и 7 футов под килем. Плыву этих товарищей со спины. Благо, крейсер у нас достаточно шустрый. Уж в любом случае пошустрее этих мастодонтов. Не пойду я с тобой, чувак, отстань. Я вон туда. Отвяжись. Все, все, разгуделся, блин. Обнаружены силы противника. Где? Ё-моё, до смерти боюсь сил противника. Так, еще раз, сколько там у меня? 12,8, да. Там сколько? 12,9. Так это сейчас уже стрелять могу. Какой кошмар. Так, пушечки. Дворачиваем, дворачиваем. Где противник? Почему прячется, сволочь? Так. Где? Вот куда у нас один там ломанулся? Бы попасть в него. Эх. Балбес. А ну зачем в гордом одиночестве туда полез? Главное, никто его не поддерживает. Реально один. В упор со своими торпедами. Ну наконец-то. Правда, толку с этого. Просто отлично. Обнаружен эсминец противника. Противника.
тут уже. Попаду, не попаду. О, попал. И снова попал. И опять попал. Сейчас еще попаду. Хорошая работа. Попаду, не попаду. Да что ж такое, недолет что ли? Ага. Ай, сейчас как мне даст бочину. Внимание, передаю координаты цели. Так, надо поближе подползти чуток. То что-то я как-то слишком уж издалека работаю. Ну, я тоже сказал свой вес кашу. Команда получила преимущество. Это хорошо. Когда команда получает преимущество, это всегда хорошо. Давай. Попаду, не попаду. Вряд ли попаду. Стоит, что ли, там? Я думал, он это... О, попал. Нифига себе, меня там кто-то попал хорошо. Что ж такое? Вот так бы всегда. Есть. Так. Желаю всем удачи. Эх, нашего что ли утопили, нет? Там точно. Там точно. Бабах, блин, со всей дури просто. Еще разик. Поджечь его нахрен. Гори, гори, ясно, скотина. Как даст мне в цитадель. Привет, ромашки. Давай, догорай, падла. Это прекрасно, когда наша команда получает преимущество. Так, тут там город в одиночестве.
Раз, два, три, четыре, пять. Вышел кто-то погулять. Так, теоретически я могу попытаться... Слушай, там три корабля, неужели не справятся? Давай, давай, подгорай, так сказать. Ну, заяц. Неполадки устранены. Ну что, в самоубийственную атаку? Как недолет. Еще чуть повыше, да? Ладно. Давай, давай, гори, зараза. Да капец, ну по бортам. Ну отлично. Ты прикалываешься, нету как можно промахнуться. Ох, нифига себе. Вот же ж, блять, а. Обидно. То есть я даже толком и не успел эти торпеды пульнуть. Ну вот, ну... Ну не надо было мне лезть в эту атаку торпеду. Ну не надо было. Вот, ну... Чё полез, а, балбес. А кто меня сбил-то, кстати? Ну, идет, естественно. Так, ладно, здесь может и выиграем. Че, неужели попадет? Пуньк. Не, вряд ли. Не догонит. Да, бестл. Красиво перевернулся. Ладно, получилась полная фигня. Ох, конюшки. Спрашивается, стоял бы бортом, блин, обстреливал этого парня. Нет, вот надо было полезть, повыпендриваться. Ладно, перекур небольшой.